Губернаторский конкурс «Наше Подмосковье» в этом году проводился во второй раз. От Ленинского района была подана 451 заявка, вдвое больше прошлогоднего. В числе победителей 43 проекта. Один из них хорошо знаком многим видновчанам. Стартовал он в апреле и все лето радовал горожан, дарил хорошее настроение, заряжал бодростью и энергией. Зимой на этой площадке возле кинотеатра «Искра» тихо и немноголюдно. Даже по выходным исключения составляют праздники. А вот летом здесь детвора и взрослые с удовольствием провели не одно субботнее и воскресное утро под ритмичную музыку. Давайте вспомним, как это было. Тренировка под открытым небом. Этот проект, реализуемый совместно народной дружиной, группой компании «Либер», фитнес-клубом «Вэмали Велнес» при поддержке городской администрации, сразу понравился видновчанам. Он привлек и детей, и взрослых. Очень понравилось. Заряд бодрости на весь день. Я считаю, это очень правильно, очень нужное дело. Праздник здоровья на свежем воздухе стартовал в апреле и проводился в течение всего теплого сезона, завоевав популярность у горожан. А еще проект получил одобрение губернатора Подмосковья, став лауреатом престижного регионального конкурса. Радостно, приятно всегда получать премии, почетные грамоты и знаки внимания. Это в любом случае показатель того, что мы не зря это делаем. Потому что наравне с благодарными там жителями города, да, там с детьми, которые с радостью приходили на наши праздники, мы получили и премию губернатора. Поддержанный от мала до велика, проект утренней зарядки около «Искры» будет продолжен и в будущем году. Кроме того, организаторы планируют расширить его географию. Хотелось бы развить его на территории всего района. Допустим, в поселениях Развилка, Горки, совхоз имени Ленина. Вот. Это, естественно, более затратно, но, я думаю, более интересно, более массово. В любое время года есть свои развлечения, приносящие радость и удовольствие. Зимой – лыжи и коньки, летом – велопрогулки и зарядка у кинотеатра. Ждем ее с нетерпением. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.